Сегодня мы отправились в очень атмосферное кафе в районе Кату. Только посмотрите, какая природа его окружает. Мы решили сесть на улице за необычный столик и заказали себе по пару блюд и напитков. Сначала нам принесли капучино в таких необычных чашках. Через 15 минут на столе уже красовалась горячая кесадилья и йогуртовый боул. Вы только посмотрите, как тайцы красиво оформили нам блюдо. А еще по соседству с кафе расположилась сауна с экзотическими птичками, большими рыбками и ленивой черепахой. Их, кстати говоря, можно даже покормить.